Всем здорово, с вами Фанни. Играем в Катасу, короче. Все, еще играю за друга. Вариантом. Нет, не знаю. Тогда я беру картишку. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Что мне два мыла просто колонки. Серьезно, без базара. Ты чё, не можешь мне дать его, а? Но только тебе пришло, и ты просто пришла другу. Я просто Быстро. Что за тебя не купишь? Ну да, блядь, ты мне скажи, где делать, а не надо. Сама природа встала против тебя, как так, да? Повелеваю тебя именем света! Как это вообще не вариант? Давай заучить за зрение. Я сосуд. Никто этого не чувствует, а я вот чувствую. Блять, а что мне делать? 5-6 не получается. Два нищих, просто нищих существовали, не придёт. Ебать, какая там больше что? Просто что? Так.
огненный и гнилый. Что-то другое. Ну, сейчас в уровне не так разумеется. А если нет, любой. Броня на заказ. Ну, по-любому, да, точно так. Секира, не неприятно. Ой, хорош! Хоть где-то мне повезло, реально. Тут прибыла какая-то неисочная, так разменилась, так. Ебать! Я думал, мне прет, ага. Получается, что с таким переднем. Вот это да! Вот это... Фейспалм. Лоба. 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 Тише, тише. Сейчас. Да ладно, да ты что, не пишу никуда. Это вообще законно. А у меня, по-моему, там вообще никакого уявника. Ебать! Старая бронька. Тебя изничтожит, что ли? Ну за что нам не так повезло, а? Ебать, да ему вообще прет. Да ладно, у тебя не получается меня убить даже с пушкой. Получается 4 и один урон туда. Никак, братишка. Окей, я аж испугался. Он завис. Молись,
ребятки, вот такой выпуск. Подписывайтесь на наш канал. Огромный пальцы вверх. Помните, с вами был Павел. До следующего выпуска. Тут я, короче, подумал. И что-то я задумался. Давайте.